Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем прогуливаться по просторам Скайрима. Ну что же, я не играл в эту игру где-то 2 или 3 дня, но мне выдался выходной, ребят. Так что будем его продолжать потихоньку. Да, пошли. Мой верный подручный. Итак, Сейксер, какие у нас задания? Благие намерения поговорить с Толфдером. Отнести необычный камень Векс в гильдию воров. Ну, это у нас Свет Меридии. Стена Алдуина. Возвращение Сумерек. Ладно, понять пока что по квестам гильдии воров. Ой, господи. Гильдии магов. За гильдию воров мы уже все прошли. Ну, почти все. Такая хрень здоровенная. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Так почему Орден Псиджиков пытается связаться со мной? Не имею ни малейшего представления, но это потрясающе. Если это правда, конечно. Остров Артеум исчез сотни лет назад. И после этого о Псиджиках не было никаких вестей. Но теперь они вдруг связались с тобой. Это так интригующе. Как минимум, это можно считать комплиментом. Псиджики всегда вели дела только с теми, кого считали достойными. У тебя на лице прямо написано, что тебе нужна помощь. Вообще-то да. Я, похоже, кое-что потерял. Эх, старость, не радость. Не могу найти свой перегонный куб. Я мог бы взять другой, но... Звучит глупо, но у меня с ним связаны приятные воспоминания. Если вдруг найдешь его, принеси, пожалуйста. Очередной квест. Что ты говоришь, у тебя пропало? Что-то не могу найти свой перегонный куб. Он мне нужен для исследований. Враг посоветовал мне обратиться к тебе. Вот как? Ему что-то известно про нашу чудесную находку? Он говорит, что тебе стоит прочесть эту книгу. Ах да. Я позже обязательно загляну в Арканиум. Я просто не могу оторваться. Что бы это ни было, оно красивее всего, что я видел в жизни. Если позволишь мне слегка отвлечься, я думаю, я смогу сделать несколько наблюдений. Уверен, вы уже заметили эти символы. Они совершенно отличаются от всего, что мы видели раньше. Айлейдские, Демерские, Дейдерические, Балтские. Жалко, что тут нельзя. Весьма-весьма интересно. А теперь, хоть я и не уверен, что ваш так же развито, как мое, за годы практики, но вы что-нибудь чувствуете? Этот изумительный предмет, он практически излучает магию. И тем не менее, не похож ни на что из того, что мне встречалось раньше. Ты чё припёрся? Арен уже занимается этим вопросом. Ненавижу альтнеров. Боюсь, я должен вмешаться. Мне срочно нужно поговорить с вашим помощником. Немедленно. Это совершенно недопустимо. Мы тут заняты серьезным исследованием. Да, я не сомневаюсь в его важности. Однако мое дело не может ждать. Ну что ж, так безобразно меня не прерывали никогда в жизни. Какая наглость! Ударь его! Мы продолжим позже, когда нам не будут мешать. Немедленно иди за мной. Сейчас же. Я не понимаю, что происходит. Правда? Что ж, позволь мне прояснить ситуацию. Я хочу знать, почему в коллегии появилось некое лицо, называющее себя членом Ордена Псиджиков. А также... Я хочу знать, почему это лицо желает поговорить с тобой. Так что мы сейчас побеседуем с ним и выясним, что именно ему нужно. Ты же тут просто советник, разве нет? Формально да, но я все-таки представитель Альдмерского Доминиона и не могу игнорировать эту ситуацию. Не бойся. Как только этот вопрос будет решен, вы сможете вернуться к своим мелким сварам и бессмысленным исследованиям.
Можно я тебя убью? Ладно, пойдемте за ним. Ну и что, что у меня наготове всегда наш соловьиный клинок. Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он при... Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он пришел. После чего... Что после чего? Не люблю людей, которые не успевают докончить свои мысли. И сразу уходят за дверь. Ладно, где этот монах? Пожалуйста, не волнуйся. Я не причиню тебе вреда. Оу, ты опять заморозил время. Интересно, если бы я сейчас выстрелил куда-нибудь, стрела бы застыла бы? Кстати, постой так вот, окей? Приятно с тобой познакомиться лично. Чтоб нас такого украсть бы еще тут. Оп. Я, знаете, так вошел. Вокруг всех просто дунуло ветерком, и все вещи пропали. Так, блин, ну у нас опять перегруз. Кошель с Ульги, такс. Это мы просто-напросто постоянно забываем выполнить один квест. Орехалковые полоски кожи. Скелетный ключ. Может, нахрен статую дебил выкинуть? Чё я с собой таскаю? Такс, сапоги. Там мы уже все посмотрели. Тут нас брать вообще нечего. Сейф. Ни хрена себе лучик стоит. Ни хрена себе лука. Нардский мед. Съем, что ли, яблок пару? Парочку штук. А, ну это у нас всякие растения. Кстати, что мы тут можем сейчас собрать? Регенерация магии, повышение магии. Урон. Не можешь двигаться, да? На! Черт. Блин, ну почему? Блин. Жалко, что нельзя его ударить. Приятно с тобой познакомиться лично. Что ты сделал? Я дал нам шанс поговорить без свидетелей. Но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна, а наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я думаю, что дело именно в причине наших страхов. Этот предмет, Око Магнуса, как вы привыкли его называть, его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали.
Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить. Кстати, ребят, у меня появилась одна идея. У нас мало времени. Сейчас, подожди. Мы же не хотим, чтобы нас кто-нибудь подслушал. Блин, мне жалко, я перегружен. Да, и моей напарницы тут нету. Просто великолепно. Да вот корзина. И вот так вот. Блин, у него через башку он проходит. Во. Ну все. Теперь можем говорить без свидетелей. Приятно с тобой познакомиться лично. А, что тебе вообще от меня нужно? Я просто хочу с тобой поговорить. Я дал нам шанс поговорить без свидетелей. Но Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе... Но при чем тут я? Эта цепь событий запущена тобой в Саартале. Пойми, Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие мои собратья воспримут мое присутствие здесь как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрение. Особенно у Анкана, вашего талморского коллеги. Но все равно мой орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе. С чего бы мне верить твоему слову или твоему ордену? Полагаю, ты говоришь о том, что Анкана недолюбливает орден Псиджиков. Талмор видит в нашем ордене угрозу, потому что мы могущественны и не желаем подчиняться им. Уверяю тебя, мы не хотим тебе зла. Так в чем, собственно, проблема? Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, око, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если око останется здесь, его используют во зло. Увы, многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло или вот-вот произойдет. И чего вы ждете от меня? Мы считаем, что тебе придется разбираться с последствиями. Но мы не можем предсказать, какие... Почему всегда я? Я боюсь, что уже нарушил правила своего ордена. Но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского в вашей коллегии. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. Авгура, кто такой... Авгур Данлейский. Когда-то он учился в коллегии. Теперь он нечто другое. А где его можно найти? Я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое, но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? Да. Что все ты! Куда ты удел? Простите, боюсь, я не... Блин, я так надеялся, что у него останется до башки. Ладно, что мне понести? Блин, что бы тебе такого было отдать, а? И чем ты там вообще перегружена?
Веди. Блин. Все еще не хватает. А вы всякие ожерелья понапродавать бы. Таламурское деяние. А зачем я с собой таскаю его? Спросил я и все равно оставил при себе. Эх, свитков-то у нас тоже дофигища. Произошла же. Я не знаю, что это мне. Но уверяю тебя. Что это за шутки? Вы никуда не уйдете, пока я не выясню, что вы затеяли. Серьезно? Я ничего не затеял. Спорим. Прошу прощения, если я как-то оскорбил вас. Вот я и ушел. Это мы еще посмотрим. Никогда не понимал, как можно просто взять и бросить... Я думаю, точно не знаю, что произошло. Является бы нам безумно. Спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Надейтесь, надейтесь. Итак, нам теперь надо разыскать кого-то человека. Ты ведь считаешь, что восстановление полноценная школа магии, достойное изучения, верно? Верно? Мне противен тебе голос. Конечно, полноценная. Хорошо. Хорошо. Не то, чтобы мне требовалось какое-то подтверждение. Просто некоторые, не буду называть имен, считают по-другому. Когда твои коллеги считают тебя шарлатаном, это серьезно осложняет жизнь. Тебе доводилось слышать об Авгуре Данлейском? Авгур? Трагическая история, по крайней мере, как мне рассказывали. Но это было давно. Какой-то эксперимент вышел из-под контроля. Говорят, результаты были ужасны. И говорят, что его призрак до сих пор бродит по залам. Конечно, если подумать, возможно, так они просто пытались меня напугать. Нужно спросить у Толвдера, что на самом деле произошло. Я так понимаю, что он тогда тут уже был. Угу. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. Ну что ж, поучимся. И нам нужен Толвдер. Толвдер. Это на университете. Школа восстановления, полноценная школа магии. Что бы там тебе ни говорили. О, опять красавица. Что это было? А, ну да, у нас что же, дракон еще летает. Не на стол вдер. Помогите! Куда странный дракоша. Морозный. Лучше пойду, куда мне это здоровье. Да сделайте что-нибудь. Не так уж и сильно он стреляет, конечно. Блин, ну... Куда сваливать-то? А ну иди сюда! А меня убило? Да ладно.
одного удара. Да. Ты что-нибудь слышишь? Помогите! Нехило так меня убило. Ну да, смеюсь, что это будет больно. Но и против огня у него не должно быть защиты. Что ты на меня смотришь, а, дракоша? Да сдохни, дракон. Правда, опять перегруз. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Блин, она уже не может таскать все это дело. Хреново, хреново. Блин, броня красивая. Ну-ка, интересно, как она не будет смотреться? Да, красиво сделано. Хреново. Так, надеюсь, ее никто отсюда не заберет. Блин, мне нужен второй спутник, наверное. Я прямо за тобой. Чтобы таскать тяжелое барахло. Дварфский лук. Дай его, наверное, сюда, да? Мечи, молот, которым ты, блин, даже не пользуешься, черт возьми. Дай сюда меч. Показывай дорогу. Так, надо бы заглянуть к какому-нибудь продавцу. Так, из-за чего у меня еще теперь перевес? А, дворский лук. Так, Толвдер. Толвдер, ты где? Коллегия всегда будет на твоей стороне. Тебе доводилось слышать об Авгуре Данлейском? Так, так. Этого имени я уже очень давно не слышал. Боги. Я уже много лет с ним не говорил. Думаю, он по-прежнему внизу, в Мидоне. Но не могу утверждать. Ты пойдешь к нему? Передавай ему от меня привет, ладно? Где находится Мидон? Под коллегией. Это не самое приятное место, так что если пойдешь туда, будь начеку. Можешь мне рассказать об Амгуре Данлейском? Полагаю, он возражать не станет. Видишь ли, это было очень давно, еще до меня.
но я слышал разные истории, как и все остальные. Он был блестящим учеником, а потом стал опытным магом. Занимался такой магией, которой другие подступиться-то боялись. Но мне кажется, он слишком уж увлекся накоплением могущества, и это привело к катастрофе. До встречи. Ну, могу побольше рассказать, конечно. Ну, ладно, такс. Мышка. Лечение нас на 200 поинтов. Эксепт. Еще раз лечение. Блин, что я сделал? А, все понял. Я случайно не назвал спелл. Ну-ка. Целительные чары? Ты что, из храма? А на меня это не действует, что ли? Хреново. Ладно, потом сюда кто-нибудь придем и займемся нормальным составлением заклинаний. Ну а пока отправляемся в Мидден. Я, кстати говоря, играл, ну, когда я давным-давно играл без записи в Скайрим, я доходил до этого задания в гильдии магов, но после него, в общем-то, я как-то сбивал на него. Так что, я не знаю, что будет дальше. Жалко мне все-таки короткие стрелы. И где же нам искать этого Авгура? Где же ты, Авгур, где же ты? Ух ты! Какой прикольный скелетик. Теперь я еще перегружен из каких-то грибочков. Все просто-напросто съели. И к тому, смотри, как я сразу нас скинулся. Зал поддержки. Окей.
Это заживет. По-моему, тут у нас живут более крутые маги, не так ли? Мирабелла неплохо справляется с обязанностями. Дай мне пару уроков разрушения. Как применять мою науку. А, я не могу больше учиться на этом уровне. Угу. Обидно, обидно. Кровавый венец. Тут у нас явно кто-то спал. Кстати, какое у нас состояние? А, состояние у нас усталость. Ну что ж. Поспать не дадут. Отойди, блин. О, осторожней, что ли? Изнуренность. О, блин. Надо вынести тут врагов ближайших и идти бы спать. Понравилось? Дышки. На самом деле, ребят, вот эта вот хрень, которая именно для магов. Аурум реактор, what? Ну окей. Это у нас какого-то очередного дополнения. Так вот, эта вот хрень, которая нам позволяет создавать свои спеллы, очень даже подходит для именно магов. Но, к сожалению, мы ведь не полностью маги. Мы больше как мечник и маги. Вау. Какое местечко-то. Однако. Руководство по кузне Атронаха. Ну окей, пригодится. Где у нас там рубин? У вас нет нужного предмета. Так, что нужно было, чтобы вызвать хотя бы этого огненного таранаха? Так, королева волчица, король пиратов, карта. Талморская досье дельфина. Ну это да. Талморцы любят собирать полный каталог чар для оружия. Это еще откуда? Плюсы и минусы черной магии.
Ага. То есть нас тут может создать тоже заклинание, но для них нужно искать ингредиенты. Ясно. Так, что-то не понимаю, вот не могу найти кузню Транахов. Блин. Еще упал. Истинно герой Скарима. Что тут поделать? Странно, сток свечей. Даже ничего интересного нету. Драугр, откуда вы? Блин! Я еще падаю. Где же мои остальные стрелки-то? Прикольный светильник, прикольный. Такс. Но ничего особо интересного тут не вижу. Миден, тьма. Какой занятный рисунок. Опять. Мана, 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 мана. Ну ладно, сделаем так. Факелы железные, танты, класс. Так, остановить вниз. Не так ли? Пауки. Блин, ненавижу пауков. Откуда вы тут? Чем вы тут питаетесь, блин? И при том еще ничего интересного я вас тут не вижу. Лютня. Что у нас тут? У нас проход наверх.
А, пока что поползаем понизу. Щит, щит. Ага, тут у нас уже выход в Скайрим. Блин! Опять я упал. Все-таки падать мы от усталости тоже можем. Да чтоб тебе, главное, чтобы это в бою не случилось. Так, Савгур, ты где? Козел. Это еще что такое? Реликвия. Средний палец. Деидрическая рука. Ну, я думаю, ребят, почитайте все это дело на паузе. Похоже, нам надо вернуть кольца. Так, где мой кинжальчик? Сколько скелетов-то? Дарем вот дерево. Чё? Ладно, ставим. А что? Глюк, что ли, какой-то был? Похоже на то. Скорее мне все-таки предпочитаю, ребят, читать именно обычные книги. Твое упорство принесет тебе только разочарование. Ну, не знаю. Блин. Если ты настаиваешь, ну хорошо, можешь войти. Ты и есть, Авгур? Да, я тот, кого ты ищешь. Твои усилия тщетны. Все уже началось. Но те, кто прислал тебя, не сказали, что они ищут. Не сказали, что ищешь ты. И что же я ищу? Ты ищешь то, что ищут все чародеи. Знания. Ты узнаешь. Знание развращает. Оно уничтожает, оно поглощает. Ты ищешь смысл, убежище в знании. Ты не найдешь его. Талмарец искал того же, и этот путь приведет его к гибели, как и многих других до него. К тебе до меня кто-то еще приходил? Нет. Хотя, возможно, после тебя других уже не будет. Тот, кто зовет себя Анкана, тоже искал моей мудрости, хотя и задавал другие вопросы. Твой путь иной, чем у других. Тебя ведут, подталкивают к чему-то.
Это хороший путь, немногие идут по нему. Этот путь может спасти вашу коллегию. Я расскажу тебе, что нужно знать, чтобы дальше идти по этому пути. Ну и что же мне нужно? Те, кто помогают тебе, хотят узнать больше об Оке Магнус. Вы хотите избежать катастрофы, которую еще не почувствовали. Чтобы смотреть сквозь Око Магнуса и не ослепнуть, тебе нужен этот посох. Теперь события быстро приближаются к развязке, так что поспеши. Передай это знание своему архимагу. И он исчез. А что за посох? Блин, я еще отрубаюсь. Ну что же. Нам можно найти, похоже, какой-то посох. Либо он нам сам дал, но из-за того, что мы отрубились, нам этого не показали. Но возвращаться к коллеге мы с вами, ребята, уже будем в следующий раз. Ну а пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Всем пока, до новых серий и до новых врывов.